3 месяца назад был конфликт. Вот за мной приехали в аэропорт на братья их. Вот это резон и Бахама. Вдвоем напали на меня. Вот вчера я один пошел, я был один. Там рядом, которые были, я никого тоже не знаю. Я один сидел. А с какой целью вы в него стреляли? Что вы хотели? Я не хотел стрелять. Я подходил к машине, он направил на меня пистолет. Первый начал стрелять он. Потом я тоже начал стрелять.